Япония вспоминает жертв землетрясения и цунами, которые обрушились на северо-восточное побережье страны 5 лет назад. Император Японии Акихито с супругой, премьер Синдзо Абэ и другие представители кабинета и парламента минутой молчания почтили память погибших. Траурная церемония состоялась в Национальном театре в центре Токио. Мероприятия прошли не только в столице, но и в других городах. По официальным данным, стихия унесла жизни 18,5 тысяч человек. Полностью или частично было разрушено свыше 400 тысяч домов. Площадь пострадавшего от цунами района составила около 22 тысяч гектаров. Правительство Японии приняло новый 5-летний план восстановления пострадавших районов. На эти цели до 2020 года будет потрачено 6,5 триллионов йен. Удар стихии привел к крупной аварии на АЭС «Фукусима-1». Здесь в результате выхода из строя систем энергоснабжения и охлаждения произошло расплавление ядерного топлива, взрывы водорода и радиоактивное заражение прилегающих районов. Ликвидация последствий трагедии продолжается до сих пор.